boom, bam, bop, bada bop, boom, pow. Всем добра и счастья, дорогие друзья. Меня зовут Стас, вы на канале Мистер Момент Уан, а это Mortal Shell. Мы с вами в прошлой серии победили Гришу, нашли новую оболочку и, собственно, готовы исследовать этот темный и мрачный мир этого прекрасного соулс-лайка. Я, собственно, вам предлагаю сейчас что сделать? А, вот так вот, да? Надо вспомнить, во-первых. Ох ты ж, бля. Во-первых, здесь немножко ловкость по-другому работает. Оу. Тихо. Что-то я прям с места в карьер. Чё-то мне эта оболочка не нравится. Да, что-то мне эта оболочка вообще не нравится. Слушай, что-то прям... Фу, не хочу. Мне что-то там не нравилось больше. Там она, во-первых, со стаминой как-то было поинтересней. А здесь что-то как-то... Нет. Неинтересно со стаминой. Так, подожди-ка. Во-первых... А как мне менять? Это мне нужно бежать туда, самый назад, и забирать оболочку? Серьезно? Да, здравствуйте. Почему я не могу мухомор еще юзать? Я вот что-то не пойму, вот это вот, почему мухомор нельзя юзать? У меня их типа не кончились они или что? Какой-то... Ну-ка, давай. Так, спокойно. Кстати, у меня же была оружка же новая вроде. Фигура Соломона. Используйте этот пример, чтобы узнать, как он действует. Эта оболочка уже заполнена. Оболочки. А вот так вот могу переключаться? Прислужник Харрес. Стойкость, выносливость, решимость. Короче, все это более-менее сбалансировано, да?
Хорошо. А у этого что? Стойкость, решимость. Зато у него решимость хорошая, выносливость чуть-чуть меньше, стойкость побольше. Но с выносливостью чуть меньше, но решимость нам нужна для контратак. Так, а что у нас такое? Надпись. Мы прошли по его следам, проследили спутанный темный ход его мыслей, мы слушали шепот, что доносился и до него. Они перебрались в храмы, под защиту оружейных... окруженных стенами памятников, возведенных руками верующих. Они молятся истинам, в которых нет правды. Мы воспротивились шепоту, лишили его силы. Да откажется каждый, кто читает эти строки, принять их дары, ибо надежда на жизнь, полную счастья, есть заблуждение. Жизнь — это боль, долг и правда. Отыщи нас, и мы откроем тебе истину. Еще мельче шрифт сделайте. Бля, я не знаю, реально, мне вот этого шрифта не хватает. Как бы... нету покрупнее. Масштаб прорисовки, стандарт графики. Где? Нету. Размер субтитров, размер интерфейса. Размер субтитров. 110. Все клики. Не знаю, ну просто реально очень мелкий шрифт, невозможно читать все эти записки и все остальное. Так. У нас тут толпень, с ней надо разобраться. Ой, блин. Тяжелый болт. Так, спокойно. Кстати, когда я бью, у них атака прерывается. Ой-ой-ой. Рано. Блин, с этой вот контратакой я еще не разобрался, честно. Попробуем сейчас. Найс, разобрался. Когда ее нажимать, когда он только замахивается, типа у него довольно быстрая анимация и не попадаешь. То есть он замахивается и начинает на тебя идти. В этот момент тогда можно замутить. Пока что эта оболочка мне не особо нравится. Я бы, наверное, хотел, чтобы было чуть меньше хп, но больше выносливости, чтобы кувыркаться побольше. Кажется, это важнее. Ну почему так? Но это же неправильно. Абсолютно неправильно, почему я вылезаю, и анимация еще как бы, ну, идет. Что за бред? Да ну нахуй, блядь. Пизду. Ясно. Короче, возвращаемся за нашей оболочкой. Эта оболочка мне что-то как-то нет. Так, мухоморчики. Какая тарница.
Во! О! Вот это было неплохо. Я понял. То есть, если поймать тайминг, он на контратаке их херачит только так. Слушай, а мне нравится эта оболочка, я не буду ее менять. Ну, нужно, короче, просто набивать руку, реально. То есть, брать одну оболочку... Это вот это как было сейчас? А, это... Но тут, конечно, надо быть очень аккуратно. Очень аккуратно быть с... Ну, ты понял. С стаминой. Потому что стамины не хватает. Ой-ой-ой, не то нажал. А я могу еще? А, я могу каждый раз, да, блокировать? То есть блокировать я могу, в принципе, каждый раз, но контратаку он делает тогда, когда заполняется вот эта решимость. Так, что ли? Как это работает? Непонятно. Непонятно пока что. Так, где у нас Гриша был? Гриша у нас был вот здесь. Бля. Короче, во-первых, нам нужно вернуть наши души. А, души, вот эти вот ресурсы, которые мы были. Разобраться с теми говнюками все-таки. Ну, потому что, как бы, это уже был вызов брошен нам. И мы должны отстоять честь. Во-первых, мне не нравится, что вот эти чуваки ходят. Ага. То есть можно подловить в момент, когда он уходит. Ну давай. Воу. Пиздец. Не, я не пойму. Блок работает или нет? Или есть какие-то моменты, которые нельзя заблокировать? Как это помечается? То есть... Чё? То есть вроде я видел, что загорелась вот эта вот лампочка, типа... Что это у нас там на поясе? Что, типа, нельзя заблокировать от толстяка. Спокойно. Так. Как блокировать? Ну-ка. А просто блокировать можно, когда нет вот этой шкалы, или нет? Надо выяснить. Блять, не успел. Еще раз. Давай. Давай. Не, нихуя не работает, походу.
Да в смысле ты такой резкий? Все, нету стамины, ничего делать не могу. Пиздец. Ну. Ай, нахуй, ебать. С этими замахами хуй поймешь. То у него медленный, то он мгновенно быстрый. Пиздец. Почему так сложно? Я не знаю, блин, почему так сложно? Ужас. I've kept your flesh safe. Ладно, давайте не пойдем в эту сторону. Пизда. Так, давайте вот в эту часть пойдем. Мы здесь еще не были. Мы ходили в самый низ, и там как раз была вот эта вот оболочка. А здесь мы не были. Ну, черепа нас вряд ли утешат. Тут, короче, толпе этих хмырей. На, понятно. Ай. Ага, вот так вот. Спокойно. Да в смысле он опять меня выбил? Ты твою мать. Короче, получается, чтобы здесь нам более-менее продвинуться по игре, нам нужно убивать мобов, собирать вот эти вот очки, прокачивать оболочку потихонечку. И лишь после этого куда-то двигаться. Чё там? Отсвет. Так, чем мы можем сожрать? Загниши еда. В обмен на значительную меру решимости. Давай-ка. Да в смысле ты, блядь, такой жесткий? Отдохни немножко. В смысле? Блядь, кто там настреливает? Ah!
На контратаке, кстати, хпшечка восстанавливается, походу. Насколько я понял. Там, кстати, какая-то новая локация. Ну, конечно, со стаминой здесь проблема. Проблема со стаминой прям вообще жесткая. Там, походу, новая оболочка стоит. Или мне кажется. Не знаю. Спокойно. Отдохни. Здесь меньше ударов надо делать. Так, а что там за челик стоит? Ну-ка. Опять здоровый. Почему он не провел контратаку? Что за бред? Типа он, короче, как бы я вовремя спарировал, но... Странная хрень, если честно. Тяжелый болт. Ну-ка, давай-ка. Ага. Минусанули. Так, что там по времени? Так, у нас 622 тары есть каких-то вот этих вот. Тар, таров, таров. Мухомор. Давайте-ка сидим. И какая-то локация. Типа карты у нас здесь вообще... Новая оболочечка. Ну, хотя бы еще одна новая оболочка. Наверное, превьюшку возьмем. Ну, это какой-то жесткий король. В короне прям. Красивая. Ух ты ж. Очень стильная оболочка. Мне нравится больше, чем первые две. Это, наверное, самая... Это живое существо там стоит? Так, как там переместиться к этой знак смертности же, да? А, как там его там, там типа вот так вот, да? Следующий урон, полученный во время окаменения, преобразуется в здоровье. Не то. Подожди, а как? У меня какой-то знак был? Вот, тусклая маска возвращает вас к сестре Генесе в обмен на все собранные отцветы. А у меня цветов-то и особых нету.
Давайте к ней вернемся, сохранимся с этой оболочкой. А если у нас останутся вот эти тары, как они есть, мы узнаем хотя бы про эту оболочку, что это за оболочка у нас. Yes. Slowly now. Пей не спеша. Раскрыть имя. Почтенный Эредри. Просвещенная предрекла окончание войны и страданий. Все мы жаждали услышать эти слова. И я тоже. Ибо мне пришлось увидеть немало боли. Я писал свое имя в книгу и присягнул учению о бессмертии. Я опустился перед ними на колени, доспех лязнул о лед и спросил себя, достоин ли такой милости? Интересно. Так, давайте посмотрим, что по словам. Средоточие решимости. Убив врага, Эредрим получает особый эффект, повышающий базовый урон его атак. Эффекты суммируются и сбрасываются при отделении от Эредрима. Так, интересно. Бонус на урон. Максимальный запас здоровья Эредрима увеличен на 15%. То есть это жесткий танк. Удары Эредрима сильнее выводят врага из равновесия, повышая вероятность его ошеломить. Эредрим наносит больше урона одиноким врагам. Убив достаточно число противников, вы снова обретете втор. Так, на это понятно. Средоточие тоски. Иногда врагам не удается сбить Эредрима с ног. В течение 10 секунд после убийства Эредрим получает на 5% меньше урона. После возвращения Эредрима ваша следующая атака нанесет гигантский урон. Если повезет, противник взорвется, обратившись в кровавый туман. ХПшка у него бешеная, вы сами видите. Но вот... насчет стамины, конечно. Насчет стамины я не знаю. 2, 3, 4, 5. Ладно, попробуем его в следующей серии. Всем большое спасибо за просмотр, ребята. Увидимся в следующий раз с новой оболочечкой. Вот, не забывайте ставить лайки, писать комментарии, а также вступать в Discord сервер. Ну а с вами был Мистер Момент. Будьте здоровы, смотрите только хорошие фильмы и играйте только в хорошие игры. Всем удачи и всем пока!